Здравствуйте, с обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нежалова. Партнерство регионов Северо-Западного федерального округа выйдет на новый уровень. Администрация Ненецкого округа подписала соглашение о сотрудничестве со стратегическим партнерством «Северо-Запад». Подписи на документе поставили исполнительный директор партнерства Алексей Богоряков и временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого округа Александр Цибульский. В планах совместной деятельности сторон стратегическое планирование социально-экономического развития Северо-Запада и Ненецкого региона, пространственное и территориальное планирование. Глава региона выразил надежду, что стратегическое партнерство станет той площадкой, где Ненецкий округ вместе с другими регионами Северо-Запада сможет обсуждать и находить оптимальные экономические решения для развития арктической зоны России. Сейчас на базе партнерства будут создаваться проектные офисы по направлениям, которые важны для стратегического развития Северо-Запада. Одним из таких направлений является развитие арктической зоны Российской Федерации в целом. И мы понимаем, что Ненецкий округ является таким центром арктической зоны, и нам бы хотелось играть в этом процессе в развитии арктической зоны России более важную роль. В свою очередь Алексей Богоряков отметил, что партнерство – это в первую очередь площадка, где регионы смогут высказывать свою консолидированную позицию. Кроме того, организация намерена содействовать развитию туризма на территории округа, в частности, путем реализации туристического проекта «Серебряное ожерелье России». Мы видим для себя, для партнерства, одно из направлений – это представление в формате единого окна на крупных международных выставках. Тех туристических маршрутов, там, арктических маршрутов в тех регионах, которые входят в Северо-Западный федеральный округ. Как-то тоже с одной позиции, может быть, с разными направлениями, но тем не менее представление. Это будет, я думаю, удобно и для регионов, и для нас, потому что на одной площадке можно было бы решать несколько вопросов одновременно. Таким образом, взаимодействие регионов Северо-Запада сможет выйти на новый уровень в формате партнерства.